Сейчас у нас начинается день, после того, как мы получили все это на уроке. И как нам использовать этот день наиболее эффективно, чтобы внутри, во внутренней работе реализовать все, что мы получили, чтобы не растягивать состояние, не углубляться в него, чтобы идти вперед. Думать о поручительстве. Условия арвута. О том, чтобы это понятие было как можно ближе нам. Взаимовключение, как мы сейчас учили об одной душе. Взаимовключение каждого во всех. Но взаимовключение — это не управление, это равенство. И равенство в том, что каждый отменяет себя относительно других. Тогда становимся равны. Обратите на это внимание. Этим вы победите. И ничем другим. Во всем остальном, вы можете победить, и это будет подобно победе подобных людей, которые добиваются победы, а потом тут же падают.